Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Узаконивание самовольных домов, перепланировок, пристроев, оформление земельных участков, вступление в наследство, перевод из жилого в нежилое, представительство в суде, телефон 60 12 91. Ремонт любой бытовой техники, запчасти, обращаться Хабаровская 113/1, телефон 90 90 90. Услуги грузоперевозок, самосвал 18 кубических метров, телефон 28 30 08. Обучение охранников, трудоустройство, безопасное обращение с оружием, звонить 58 27 25. Монтаж кровли, обращаться по телефону 299 566. Продается дом в селе Каменка Сакмарского района, 70 километров от Оренбурга. Площадь дома 87 квадратных метров, все удобства, участок 22 сотки. Телефон 97 44 79. В гостиницу в город Соль-Илецк требуются горничные, прачка. Телефон 8 961 906 44 44. В городе Орске требуются лицензированные охранники. Телефон 8 903 398 0105. Требуются работники на ферму, желательно семейные. Жилье предоставляется. Звонить 25 58 58 или 8 903 395 58 58. Требуются скотники, разнорабочие, телефон 23 07 04. Ресторан приглашает поваров европейской кухни, сушистов, пиццайола. Звонить 29 80 10. В организацию требуется инженер по комплектации материалов и оборудования, взаимодействие с поставщиками, мониторинг цен. Опыт работы в электроэнергетике обязателен. Телефон 8 986 796 09 36. Требуются сезонные рабочие. Зарплата 21 тысяча рублей. Телефон 26 01 67. Компании «Склад-сервис» требуются грузчики-стропольщики и кладовщик. Звонить 23 76 64. Требуется помощник по хозяйству. Сад-огород, уход за животными, уборка территории. Возможно, с проживанием. Звонить 90 24 24. Требуется водитель на Ямабур БКМ 317. Сдельная заработная плата. Опыт работы обязателен. Звонить 8 922 555 6043. Федеральному агентству недвижимости требуются риэлторы и специалисты по госзакупкам. Звонить 8 922 844 35 80. На производство требуются рабочие, зарплата высокая. Телефон 94 85 11. В парк Тополя требуется слесарь-ремонтник, дворник, контролер, электрик. Звонить 8 987 844 16 24. В столовую требуются повара. Телефон 25 93 45. В организацию требуются автослесари, моторист, автомойщики, подсобные рабочие. Оплата достойная. Телефон 29 49 02. Требуются охранники в город Оренбург и на вахту. Звонить 8 903 398 0105. Требуется тракторист на грунторез бара. Телефон 27 87 03. В столовые требуются заведующий складом, заведующий производством, повара, помощники повара, мойщики посуды, грузчики. Телефон 48-00-04. Требуются монтажники связи. Звонить 92-16-16. Требуются охранники. Телефон 92-85-91.
Компании «Транслист» требуются водители категории D, C, E, водители погрузчика, машинисты экскаватора. Обращаться по телефонам 53 8503 или 8 922 552 3163. Требуется водитель-экспедитор на грузовой автомобиль. Телефон 8 987 115 06 72. В гостиницу требуется администратор. Обращаться по телефону 24 08 50. Требуются монтажники окон ПВХ, оформление по Трудовому кодексу, оклад зимой. Звонить 92 11 26. Требуется уборщица в автосалон «Загородное шоссе». Телефон 8 922 874 53 30. Требуется на работу грузчик, кладовщик, менеджер по продажам. Телефоны 8 903 366 19 58 или 99 56 99. Требуются водители-экспедиторы, категория С, Е, манипулятор. Водитель-экспедитор, все категории. Зарплата от 60 тысяч рублей. Телефон 8 961 941 82 13. Охранному предприятию требуются охранники. Телефон 55 77 31. Требуется водитель категории «Б», доставка продуктов и обвальщик. Звонить 8 987 847 84 83. Требуются сварщики. Телефон 42 49 89. Организации срочно требуются водители категории «Е» для работы на автомобиле с прицепом в пределах области, с опытом работы на иномарке. Телефон 92 94 65. Организации срочно требуются машинист экскаватора-погрузчика GCB 3SX. Телефон 8 987 855 56 84. Требуются газорезчики, шестидневка, 40-часовая рабочая неделя, оформление по Трудовому кодексу. Возможно обучение. Телефон 8 912 843 27 63. Требуется сварщик-кузовщик. Зарплата 60 тысяч рублей. Телефоны 75 52 31 или 61 90 21. В управляющую компанию требуются уборщица подъездов, сметчик-строитель, дворник, электрик. Телефон 43 20 33. Требуется водитель с категории Е. Звонить 42 06 08. В цех по производству стеклопакетов требуются рабочие. Телефон 99 05 15. Служба доставки приглашает кассира и диспетчера. Звонить 29 80 10. В столовую требуется повар. Телефон 27 88 50. Требуется автослесарь. Зарплата 30 тысяч рублей. Телефоны 75 52 31 или 61 90 21. На производство срочно требуется машинист мостового крана. Официальное трудоустройство, зарплата своевременно, от 35 тысяч рублей. Телефоны 8 987 892 47 22 или 27 00 28. Требуется мастер по благоустройству, машинист погрузчика, дворник, уборщица. Телефон 46 72 02. Требуется пекарь, помощник пекаря, сборщик продукции, а также грузчик. Телефон 25 13 90. Требуются электромонтеры, трактористы, грузчики, операторы производства. Звонить 8 922 877 05 48. Требуются операторы 1С, менеджер по закупкам, торговые представители. Звонить по телефонам 42 005 или 8 987 115 06 72. Требуется машинист экскаватора на карьер. Звонить 374 955. На улицу Беляевскую требуются грузчики, оператор 1С, телефон 8 922 853 88 93.
Требуется уборщица в автосалон по улице Волгоградской. Телефон 43 73 73. Требуются охранники. Звонить 26 89 15. Требуется столяр-станочник и ученик столяра. Телефон 23 56 31. Вахта. В придорожное кафе-мотель требуется повар, горничная, бармен, мангальщик. Зарплата от 2000 рублей в день. Проживание, питание, проезд, соцпакет. Звонить 23 04 26 или 8 905 819 04 26. На телеканал ОРТ требуется видеоинженер. Требования – умение работать в пакете Adobe. Резюме отправлять на электронный адрес casting@media56.ru. Смотрите программу «Видеоблокнот» на нашем сайте media56.ru.